Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Интереснейший ответ. Могут ли отменить квантовый переход? Магда Фьюния читает Лора. Родные мои, на тонких планах квантовый переход уже произошел. И отменить его невозможно. Планета уже перешла в энергии пятого измерения, и назад дороги нет. Лишь физический план меняется и трансформируется медленней. На изменения нужно время, так как он слишком плотный. Тонкие же планы меняются молниеносно, а потом эта творящая энергия опускается в материю и запускает там преображающий процесс. И сейчас трансформация планеты и человечества на физическом уровне идет полным ходом. Старый трехмерный мир рушится и уходит с огромным треском, а от этого войны, катаклизмы и болезни, а новый проявляется потихоньку. Проводники света и чудесные светлячки Земли каждый день работают над сотворением нового мира. Много душ с высших планов призвано для этого творения. И постоянно идет самая разнообразная работа. Множество порталов, поднимающих вибрации планеты и человечества, открыто на Земле. Много очищено темных энергетических пластов. На тонких планах планеты построено много городов света. Они уже есть. И теперь идет их материализация и воплощение. Процесс давно запущен, и его не остановить. Квантовый переход идет полным ходом, и назад дороги нет. С любовью ко всем. Магда Фьюния.